Добрый вечер, уважаемые земляки. Сегодня коротко расскажу об основных итогах дня и уходящей недели, особенно учитывая, что вчера брифинга не было, мы ликвидировали последствия обстрелов. Эта неделя выдалась очень напряженной, как в целом по нашему напрямку всему, так и для Кривого Рога. Что касается военной тематики, дважды в течение недели Кривой Рог подвергался ракетным ударам. В среду на территорию одного из промышленных предприятий были прилеты трех крылатых ракет, были разрушения, но обошлось без жертв. Вчера после 20.00 враг ударил несколькими ракетами по территории еще одного промышленного предприятия промзоны Кривого Рога. Завод практически уничтожен. Всю ночь и утро подразделения спасателей ликвидировали последствия. Сначала локализовали пожар, потушили, другие последствия ликвидировали. Слава Богу, также обошлось без жертв. На данный момент это уже точно, потому что все завалы уже разобраны. Еще раз крайне убедительно, вот как могу, прошу всех, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Идет война, и она рядом. Следуйте в укрытие, берегите себя и своих близких. Также враг продолжает вести обстрелы по всей линии соприкосновения. При этом оккупанты применяют все виды ракетных систем залпового огня. Это и ураганы, и грады, и смерч, торнадо, ствольную артиллерию, танки, минометы и боевую авиацию. Продолжают применять и запрещенные Женевской конвенцией кассетные и фосфорные боеприпасы. Сегодня были удары фосфором. Под удары попадают мирные населенные пункты. Сегодня враг вел обстрелы в районе населенных пунктов Трудолюбовка, Малая Шестерня, Добрянка, Князевка, Токарева. Сегодня также три раза была обстреляна Зеленодольская громада Криворожского района. Пострадавших, слава Богу, нет. В течение недели также были обстреляны и Марьинская, и Кошевое, и окраины Апостолова, Большая и Малая Костромка несколько раз, Нововоронцовка, Осокоровка, Новоалександровка, другие населенные пункты. Причем у Орка вообще уже нет ничего святого. В результате обстрелов в том числе повреждены детский сад, церковь, жилые дома. То есть орки просто продолжают тактику выжженной земли. Вот просто стирают все с лица земли, все, что могут стереть. К сожалению, есть раненые среди мирных жителей. Так вчера из Кочубейской громады в Кривой Рог мы эвакуировали двоих раненых. Мужчину 74-го года рождения, моего ровесника. Там контузия, много осколочных ранений средней тяжести. И женщину 1938 года рождения с серьезными ранениями головы. За их жизнь, как и жизни других раненых, борются наши медики. Женщины проведена операция. Сейчас очень сильно работают с ней врачи. В то же время ситуация на нашем Криворожском направлении фронта остается хоть и напряженной, но стабильной и контролируемой. Наши вооруженные силы проявляют настоящее мужество и героизм и успешно выполняют все поставленные боевые распоряжения, ведут и успешные контратакующие операции. Я не могу рассказывать обо всех, но расскажу из того, что можно, потому что эту информацию уже официально дали военные. Была проведена успешная контратака на юге от Кривого Рога, были уничтожены 63 оккупанта, это только то, что подтверждено, может быть и больше. И 19 единиц вражеской техники, в том числе современные танки Т-72, реактивная система залпового огня «Град», артиллерия, вертолеты и один самолет, даже Су-35. Благодарим за мужество и отвагу наших солдат. Также продолжаем серьезное укрепление наших позиций на всех линиях обороны и помощь нашим частям с материально-техническим обеспечением. Не могу называть детали, но работа проведена очень серьезная, и мы еще серьезнее укрепились и усилились. Продолжается и разминирование территорий, которые орки буквально засыпают минами и другими боеприпасами. Всего с начала войны на территории Криворожского района уже обезврежено более 1600 вражеских боеприпасов от кассетных ракет. Будьте крайне аккуратны. Вот еще раз повторюсь, что-то увидели подозрительное, не трогайте, а звоните 101 и 102. Теперь то, что касается гражданской тематики. В город продолжают прибывать беженцы, несмотря на то, что орки озверели и полностью заблокировали выход мирных жителей Херсонской области на территорию, которую мы контролируем. Они увидели, что украинцы массово покидают эти оккупированные районы, где происходят убийства, грабежи, насилие. Но люди выбираются.
Мы помогаем эвакуироваться и всем оказываем помощь. Вывозим, кормим, оказываем медицинскую помощь, кто в этом нуждается, расселяем в оборудованных местах, в общежитиях, школах, детских садиках. Всего на территории города уже более 45 тысяч официально зарегистрированных переселенцев. Реально эта цифра больше, больше 60 тысяч реально. Несмотря на всю сложность, ситуация стабильная внутри города, вся критическая инфраструктура города работает стабильно, все районы города с электровода, газоснабжением. В условиях топливного дефицита по всей стране мы обеспечили работу всех экстренных служб города, полиции, конечно, военных, скорых помощи. То есть у нас все стабильно, у нас есть запас топлива для работы критической инфраструктуры. Продолжаем пополнять стратегический запас города по продуктам питания и медикаментам. Тут ситуация тоже нормальная очень. Город живет и работает. Вчера, в честь Дня города, мы включили фонтаны. Очень приятно было видеть, как много криворожан с детьми и вчера, и сегодня прогуливались возле них. Могу сказать, что я сам проезжал возле музыкального фонтана на 44-м, вышел, много деток. И вот так смотришь, и как слезы на глазах. Вот за это воюют наши солдаты, и вот за это воюем все мы. Фонтаны будут работать каждые выходные с 10 до 21 часа, но надо в случае воздушной тревоги соблюдать правила. Приятно, и что наши криворожские школьники и молодежь тоже верят в свою страну и добиваются для нее побед, как на научных, творческих, так и на спортивных соревнованиях. Из очередных таких мировых мирных побед. 10-летняя криворожская спортсменка, воспитанница ДЮСШ номер 10 Эмили Клименко завоевала, вдумайтесь, 12 золотых медалей в двух международных турнирах по плаванию, которые проходили в Чехии. Поздравляю, от всех нас поздравляю. Вот такие у нас краткие итоги недели. Сохраняем выдержку, спокойствие, верим в наши вооруженные силы. Победа обязательно будет за нами. Как бы сегодня не было тяжело, но мы обязательно вернем мир на нашу землю. Скучной вам ночи, дорогие земляки. Слава Кривбасу и слава Украине!